Всем привет, с вами Катя. Спасибо, что заглянули. Сегодня мы с вами посмотрим, какую обувь нам предлагают бренды на весну-лето. Я, конечно же, отмечу свои фавориты и приятного просмотра. Хочется уже легкую открытую обувь, осталось подождать совсем чуть-чуть, на самом деле время летит очень быстро. И хотела бы отметить эти прекрасные ботильоны в цвете икрю, красивой формы, скорее всего неудобные для меня высотой каблука, внутри них замша, и в большинстве случаев для меня обувь, которая есть посередине прострочка, смотрится стильнее таких же без нее. Первый фаворит найден. Эти два экземпляра как в гладкой коже, так и замши. Также мне нравятся. Конечно, будут безупречно смотреться с брюками, джинсами, удлиненными шортами. Вот такой округлый мягкий мыс подчеркивает округлость фигуры. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Но такой нюанс есть. Лоферы. Это база уже давно, выбор зависит от ваших предпочтений. Есть как и на плоской подошве, так и массивной. С небольшим каблучком, в гладкой коже, цветной, замши, лаки. Хочется более открытый вариант, пожалуйста, мюле, также в очень симпатичных оттенках. Так, вот эти три варианта тоже мне понравились. Мягкая кожа, чуть дутые некоторые элементы. На них смотришь и уже чувствуешь мягкость. Забрала бы все три. На дождливый летний день черные, на теплую весеннюю прогулку икрю и на солнечный денек лаванду. Как в этот раз много у меня фаворитов. Эти мюли очень нравятся, особенно светлые, за счет фактурной кожи. Очень стильные, кстати, с юбками, брюками, универсальный вариант. Иконика бы совершила большую ошибку, если бы не перевыпустила сандалии Фишермена. На мой взгляд, одна из стильных моделей прошлого сезона. Вот эти черные неплохие. Но мои фавориты это вот эти две пары, особенно коричневые, просто супер. Проспойлерю и скажу, что из всего ассортимента мне запали в душу прям коричневые. В жизни у них оттенок более холодный, они очень стильные. Как они мне нравятся, и хорошо, что у них черная матовая фурнитура. Слово «очень» в этом видео будет звучать очень часто. Так выдохнула, забыла про них, пойдем дальше. Туфли, босоножки различных оттенков и цветов, от базовых до ярко вызывающих. Это, конечно, все хорошо, красиво, женственно, но когда ты ходишь в удобной обуви не на каблуке, тебе не хочется из нее вылезать, за редким исключением. Поэтому мое спасение это Kitten Heels, небольшой устойчивый каблучок, который не дает забывать про элегантность. Какое красивое сочетание приглушенно-зеленого и коричневого. А вот и дерзкий леопард. Симпатичные босоножки черные лаковые.
Тоже интересные экземпляры меховушки. Хочу напомнить, также я есть в Дзене и на Бусти. Кстати, на Бусти есть видео распаковок, которые я нигде не выкладывала. Если что, заглядывайте, ссылка будет в описании. И раз уж я затрагивала тему элегантности, хочу познакомить вас с еще одним моим фаворитом. Это элегантный леопард. В прошлых сезонах он был серо-черным, сейчас он вернулся к нам в коричневом цвете. Балетки с мягкого велюра, думаю, стоят на втором месте любимчиков после фишерменов. Но разве они не прелесть? Красиво. Любой образ. Когда я вижу этот оттенок, я прям не могу, мне очень нравится. Еще в таком дизайне красивые декольте, носочек, мягкий квадрат, тоненький ремешок и стильный цвет прям очень. В общем, балетки на плоском ходу, на небольшом каблучке, Мэри Джейн, все так же актуально. И, конечно же, эти модели мои фавориты. Кстати, кеды очень даже ничего, напоминают кое-какой бренд, ну и ладно. И да, в прошлом видео я показывала сумки и аксессуары из Иконики и Хёгель, так что если не смотрели, очень зря, рекомендую посмотреть и лайк поставить. А мы переходим в Хёгель, здесь, конечно, не совсем моя история, но тоже хорошая обувь. Нежные весенние оттенки, минималистичные модели и с какой-то достаточно крупной акцентной деталью. Могу выделить несколько пар туфель в ярких оттенках. И на этом у меня все. Благодарю за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Не забудьте подписаться.